Как бабушка, вообще не вину. Ладно, прикольная штука. Пошли, пошли кататься. Так, давай, снимай. Ну, снимай. Ой. Так, сел и поехал. На троечке такое ускорение мощное. Подвеска, конечно, жесткая, даже по небольшим ямкам чувствуется, как бьется. Но если ехать 40 километров на ускорение троечки на третьей скорости, то можно вылететь без проблем. Можно. Ну, ускоряется просто, ну, жуть. Я разогнался на единичке, потом где-то нажал на 20 скорости на двоечку, на троечку, сразу чувствуется прилив сил. Угу. До 50 разгон шикарный, а потом страшно. Чуть какая-то ямка, и сразу вылетаешь. Ну, бомба аппарат. И да, и когда на троечке, оно батарея сразу падает в ноль, а потом как-то чуть поднимается, не знаю, зачем. Держи аппарат. Бил.